Вот предстоящие реформы по вопросам перераспределения полномочий помогут укрепить диалог между обществом и властью, считают общественники города Семей. Это значительно усилит роль правительства и парламента. Наступило время, когда необходимо перераспределение полномочий, дать больше возможностей правовых, институциональных всем ветвям власти, чтобы более активно участвовали в поступательном движении общества, в социально-экономическом развитии государства, в строительстве демократического светского государства, и парламент, и исполнительный орган правительства. То есть они получают достаточно много полномочий, много возможностей.